Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга, это Эйвор, которая в прошлой серии везла короля. А теперь посмотрите, что творится. Во-первых, мы загрузились тут с двумя лошадьми. Король наш упал. Дай-ка мы его подберем. Но мир наполнился людьми, потому что вот эта вот деревушка... Сейчас я вам скажу, как она называется. Где мы сейчас находимся? Это... Где мы есть-то? В Эсбери. Вот, она была пустая абсолютно. А я посмотрела у себя на записи. Нам надо в Квадфорд. Как-то я его не видела в прошлый раз на карте. Не было его. Однако далеко мы увезли короля. И еще дальше повезем. Повезем мы его вот сюда вот, да, в Квадфорд. Попробуем сдать там... священнику. Вот. И таким образом, как я и говорю, попробовать сломать игру. Я почти что уверена, что нам это не удастся. Но на то она и игра, чтобы попробовать, как я считаю. Другое дело, что как нам туда доехать побыстрее. По какой дороге и есть ли туда дорога. Мы как-то... До сих пор все быстрыми перемещениями двигались. Так далеко мы не скакали. Но, тем не менее, попробуем. Кажется, что далеко, а на самом деле время проходит быстро. Да, Эйвор сама накинула... Дикие олени, которые кидаются под колеса. Эйвор сама накинула капюшончик. У нас ночь. Что ж, темные делишки ночью и делаются. Я спрашиваю себя, как мы будем обратно возвращаться. Ну, наверное, воспользуемся быстрым перемещением. Хотя я еще раз думаю, что быстрое перемещение может нам что-то поломать. Ну, честно говоря, ладно уж, как будет, так будет. Ой. Тут у нас опять темные делишки, да? Да, тут скверно и так далее. Не будем мы этим заниматься. Да, нам некогда, мы вашего короля везем, Пенти. Так, это продавец всяческих штук. Нам он тоже пока не нужен. Так, ага, вон уже видно огни. В принципе, не так долго нам осталось. Вот, друзья, пока что я предыдущую серию вашу еще не читала. Я пишу просто одну за другой, как вы сами понимаете. А еще быстрее. Нет. Так, это самый быстрый галоп, который только возможен. Блин, ревнитель. Да, мы узнали его имя, но связываться с ним мы не будем. Нам сейчас, у нас другие задачи. Ну, кстати, дорожка, по которой он ездит, можно на него сделать внезапное нападение. Так, вот. Это улица, вот этот дом. Здесь, по-моему, можно снимать капюшончик, если я правильно понимаю. Тут вроде у нас все нормально там. И горные дома, и все такое прочее. Квадфорд. Народ, разойдись. Вот, мне нужен либо большой дом, либо церковь. Сейчас посмотрим, где они были. Мама, куда-то сюда. Вон большой дом, да. С тобой можно поговорить? А ну-ка, дай-ка я слезу, кто это? И
почему с ним можно поговорить? Больше всего я жажду побеждать врагов. Если передумаешь, я буду здесь. Нет, 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 нет. Это Йом, с которого можно нанимать. Рыдают. Так, а как мне тебя забрать? Подожди-ка. Тут у нас письмо от леди Ангхарт. Епископ Диорлов, насколько нам известно, ты можешь говорить о делах военных от имени всего Шарапшира. Король Родри прибудет со своим приближенным на ночной день, чтобы обсудить мирный договор. Приведи на встречу Гуриада Аб Мервина. Король хочет убедиться в благополучии своего брата. Она специально все это подстроила. Самое время пить! Нет. Кто со мной? Нет, не самое время пить. Она специально все это подстроила, жена, видите? И она брата привела. Она прекрасно знала, что Ивар не уравновешен, и его захочет прибить. Так, здесь нету священника. Где он может быть? А, тут же, да. Это большой дом. У нас, в принципе, еще есть церковь здесь. Опять же, плохо помню где, но давайте поищем. Сюнин, для этого ты мне понадобишься. Явно. Ага, вон. Так. Как кого-то свалили, ведь специально же сошла с дороги, чтобы объехать. Но нет. Хохонишки, хо-хо. Ладно. Так, а тут еще лежит труп его брата. Вот он. И священника нету. Блин, может быть, ночь? Черт, куда тебя спрятать? Что у нас тут? Письмо епископу от Кёльвуфа. Почтенный епископ, намереваясь назначить своего сына Кёльберта элдерменом Шарапшира, однако он еще юн, неопытен, поэтому прошу тебя, епископ, исполнять обязанности элдермена и принять сопряженную с этим постом власть, пока мой сын не станет мужчиной, после чего ты сможешь вернуть себе предназначенную тебе Богом делу. Кёльвуф, король Мерсии. А, может, все не так просто? Может быть, это был священник? А может быть, это был священник в сговоре с этой теткой? С женой? Так, эх, бедный король. Господи, какой он весь избитый. Так, что нам делать? Куда мне его деть? Я уже его сюда принесла, в большой дом. Оставлять не хочется его, положить его тут рядом с братом. Давай попробуем.
Ну ты-то уже совсем труп. Тебе перерезали горло, поэтому... Давай-ка. Ну, мы отвезли его очень далеко, положили в церковь, поэтому елки с палками, может быть, все-таки получится. Давай попробуем теперь все-таки переместиться быстрым перемещением. Насколько оно возможно вообще, в принципе. А, это вот сюда, очевидно, будет ближайшая точка у нас, да? Это мы не открыли, давай сюда. Сейчас прибудем мы... А там король лежит на прежнем месте. Картограф. Так, что нам там еще советуют? Легендарные существа, упоминания которых достаточно, чтобы устрашить обычных людей. Будьте осторожны. Так, быстрый бег мы знаем. Хм, там довольно быстренько. Быстренько мы с вами. Мне вообще это надо? Где наше задание? Задание наше туда, значит, опять мы в эту осинку прыгаем. Ай. Да так, что игрушечка даже подвисла. Так, ну что, можно вызывать коняшку. Где ты там? Стой! Стой, лошадь! Да что ж такое-то? Эй! Стой! Ай, с ума сойти. Да, было что-то странное в прошлый раз. У нас у лошади выносливость не менялась. Может быть, она не исчезает, если скакать по дороге? На ту сторону, да, на ту сторону. Вот сейчас она расходуется. Сейчас посмотрим, когда вернемся на дорогу. Может быть, она на дороге не расходуется. Да, смотрите-ка, когда скачешь по дороге, выносливость держится. Вот оно в чем дело. Эй. Подожди, подожди. Мы с какой-то не с той стороны вообще зашли. О! Как так у нас дорога шла-шла, а или я свернула с нее? Ну да. Ну да. Не у ту степь. Да-да, бешеный олень, пошли отсюда. Белки, олени. Поохотиться бы, да, вот некогда. Что там за пожарище такое у нас на горизонте? Мы же вроде уже не жгли ничего. Ах, нет, это только солнце встает. Какая красота. Как хорошо, когда пожарище — это всего лишь восход солнца. Не, вон там вот что-то дымится. Красота. Как там? F12? Так, а что, если мы посмотрим, где что дымится? А, да, да, где-то здесь. Ладно. Может быть, мы туда наведаемся. Не, конечно, красивая игра, но, чисто говоря, так сказать, проводить в ней все время не хочется. Хотя она и сделана для того, чтобы вот прям не уходить из нее. Вот это как раз мне не нравится. Вот это вот искусственное завлекалово.
Сегодня еще была типа распродажа. Скидки на очки Хеликс вы можете купить. И как специально сделано, вот у меня 300 там, ну, накопилось просто за заработанные. И даже со скидкой ты можешь что-нибудь купить, но не на 300, а на 320. То есть всячески тебя подводят. Ну, купи, ну, купи, ну, потрать свои денежки. Конечно, потратил там дофига при покупке этой игры. Потрать еще, купи себе какую-нибудь красивую шмуточку. Что? Так, слезаем. Ну вот момент истины. Давайте-ка я здесь сделаю сохранку. Во-первых, пошли посмотрим, не лежит ли здесь опять король. Нет, ну мы его увезли, его здесь не может лежать. Вон здесь только лужа крови. Да? Так, так что давай, сохраняемся. На всякий случай. Лапище. Эй, вор, ты пойдешь мои лапы. Ну, Ивор. Вот и ты. Отнесем короля Родри туда, где у него захватит дух. Я его уже отнесла. Ладно, пора с этим покончить. Взгромозди этот бурдюк с салом на лошадь. Черт! Нет. И смотри, чтобы он не сдох. Ну так нельзя. Ну что ж ты будешь делать? А где этот жирный боров по имени Родри? Я его отвезла, его здесь нет. Нет, его здесь. Может быть, его сейчас надо отвезти? Давай я его отвезу куда-нибудь. Куда мы едем? Оттуда такой прекрасный вид, как раз для умирающих королей. Обойдемся без зрелищ, Ивар. Дай ему умереть. Нет, нет, нет. Он умрет красиво. Затоптать меня хочешь? Затоптать меня хочешь? Ну вот, видите, Родри у нас наконец. Ты еще жив, король? Потерпи. Не то пропустишь самое главное. Он уже кого-то подвесили за ноги. Но самое главное, что смотри, мы прочитали все записки. Держи, почему мы не можем сейчас король сказать Элла, ничего? Король Осберт, король Эдмунд и теперь Родри. Всех их убил я. Кто еще сравнится со мной? Просто добей. Я не вправе вмешиваться в ваши дела. Интересно, а если я должно вот его... Должно быть такова и Вальгала. Кого Вальгала? Должно быть такова и Вальгала. Тебя ждет ад, Ивр, а не Вальгала. Хотя ты свято веришь в то, что ты все делаешь правильно. Дышит. С трудом. Родри, ты слушаешь? Сколько лет меня позорил этот шрам? Брит ранил меня и отпустил живым. Я отпустил бороду, прятал лицо. Но твоя слава росла, и я начал гордиться. Эту метку мне оставил король. Что ты на это скажешь, Родри, а? Говори, старый свиной бурдюк. Это здесь. Что если я все-таки его здесь оставлю? Нет, Эйвор тебя не слышит. Это здесь. Тащи, это здесь. Тащи его сюда. Спрыгивай, Эндиви. Это здесь. Тащи его сюда. Какая провизия. Я не могу его положить. Представляете, она его не кладет. А нет, кладет. Все. Это самое. Нету.
Ты кто? Ивар. Эй, сюда! Ну, я тут. Эх, не дадут. Да, не дадут мне это сделать. Ладно. Заяц, пошел вон. Придется нести. Эйвор! Обычно это я везде шатаюсь. Она сама его положила. И что? Затащим его туда, наверх. Смотри, чтобы он не подох. Только поскорее, Ивар. Черт, а нельзя было как-то это... Но мне кажется, даже если бы мы сказали, видишь, отпусти его, фиг бы он его отпустил. Шаждет. А теперь дракону нужна его любимая пища. Кровавый орел. Ивар, это... Рождение кровавого орла — славное зрелище. Сперва вспороть спину вдоль хребта. Чертов мясник. Истинный северянин. Будто герой былых времен. Для Ивара кровавый орел ничего не значит. Он просто упивается чужим страданием. Раздвинуть края раны. Смысл стирается, а способ живет. Все забудут, почему Родри умер. Но то, как он умер, останется в веках. Туман между добром и злом со временем сгущается. Слава же вечна. В этом нет никакой славы. Жизнь не пир, это кровавая битва. Слушай, а ты вообще Один или теперь ты тоже какой-то засланный казачок? И расправить их, как крылья. Офигеть. О, Господи. Здесь его видит вся Мерсия. С меня довольно. Это еще не все, Эйвор. Саги, что мы сотворили вместе, нужно окончание. Здесь и сейчас. Все кончено, Эйвор. Я ухожу отсюда. Сойдемся в поединке. Ты и я. Умрешь ты, и я величайший викинг всех времен. Умру я, и тебя ждет слава. Охереть, блин. Кровь опьянила тебя, Ивар. Прощай. Бедный Кёльберт. Он и слова не сказал. Когда? Когда я пронзил кинжалом его сердце. Все-таки ты. Нет. Только тихо взвизгнул. Раз и все. Ты гнусный Бакраут. На что приходится идти? Выдержать столько испытаний, предать друзей, чтобы идти своим путем и навеки стать погибелью королей. Предатель! Кёльберт был... Мне как сын! Да! Да! Так сразимся, сестра волка, в смертельном поединке! Все-таки, несмотря ни на что, вот я не верю. Вот это жизнь, Эйвор! Парить высоко над миром! Нас ждет Вальгалла! Зараза. Ты безрассуден, Ивар. Опа. Тобой правит безумие. Безумие? Не слишком умно. Зараза.
Убить меня, Уба! Он пришел бы в ярость от разочарования! О-о-о! Погоди, Эйвор! Ответь мне на один вопрос. Ну, давай. Говори, или я вырву твой язык! Ты увидишь отца в Вальгалле, сестра волка? Или этот трус в Хельхейме льет ледяные слезы? Ах ты, зараза! Простофиля! Опа. Умри, как Келберт! Умри, как Келберт! Опа, 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 опа. Это не здорово. Позорь меня, Эйвор! Дай умереть с честью! Подожди. Умри, как Келберт! Да, не так просто его убить. Торт дал мне сил. Торт дал тебе силы, Эйвор, но не совсем. Конец пути. Валькирии близко. Топор, Эйвор. Дай мне мой топор. Вдруг ты пригодишься Одину, хотя и не заслужил этого. Не опозорь его. Я слышу их крылья. Да. Все мои догадки были неправильны. Ну, да. Ну, зачем ему это надо было вообще? Блин. Вообще непонятно. Ну, в смысле, как бы оно понятно, но на самом деле... Доставьте тело Ивара в Кватфорд. Там мы с ним простимся. И отправь послание Уби. Скажи, что его брат мертв. Каким образом он оказался здесь? Это я его сюда привезла? Да. В длинном доме Кватфорда. Это именно там, где мы с вами были в начале серии. Как противно, честно говоря. Очень противно. Ну, во-первых, противно, потому что все наши догадки оказались ни к чему. Гори костер. Эйвор, мы сами сейчас загоримся. Итак, где мы находимся? И где мы были? А, мы были, очевидно, где-то здесь, да? Скала Мэнстоуна. Угу. Мы сюда еще вернемся, когда надо будет. А сейчас давай-ка нам в Кватфорд.
Ёлки с палками. Ну, наверное, ближе будет вот отсюда. И Один как-то, ей-богу, прям еще один садюга. Да, о нем будет помнить, там, слагать саги. Да, это очень важно для викингов, для этой, так сказать, культуры. Умереть с топором, чтобы тебя помнили. Но для самого человека, который мучается и страдает, совершенно наплевать, как о тебе будет говорить история, как мне кажется. Тем более, так несправедливо. Он хотел мира, а его просто-напросто распяли. Попахивает чем-то. Ну, как вам, не кажется? Очень даже. Итак, нам... Это замечательное мирное озеро. Айвор! Ты даешь. Давай. Где-то там есть. Мы здесь не спустимся, да? Нет, спустимся. А сейчас бежим той же дорогой, которую мы сюда с вами и пришли. В начале всей этой истории с Келбертом и с Ивором, убийцей королей. Вот такой вот мир. Потом на Эйвор свалят, что она убила Ивра. Братец Ивра будет явно не рад этому. Так, да, там у нас какая-то шмотка где-то есть. Ой, подожди. Вот же длинный дом. Шмотку мы потом... Разве мы ее не доставали? Так, ну что, народ? У вас все по-прежнему? Эйвор, победу омрачила еще одна беда. Епископ, Убба. Погибнуть от руки Брита. Боюсь представить, какой стыд испытывал брат перед смертью. Если бы не мир. От моей руки. Твоей? Да. Когда мир был заключен, Ивар убил Келберта и свалил вину на Родри, чтобы напасть на него снова. Как ты об этом узнала? Он сам рассказал. Я из тех, кто предпочитает правду, Эйвор. Но мне тяжело это слышать. Он умер достойно. Он умер как воин, во всей своей славе. Как он и хотел. Ивар мертв, и теперь мир стал возможен. И на том спасибо. Буду утешаться мыслью, что он дождется меня в Вальгале с топором в руке. Дождется. Как бы там ни было, он жил по своим правилам. Что может быть лучше? Он часто поступал безрассудно. Мне казалось, что он ведет себя непонятно. Но не всех людей можно понять. С ним нужно проститься. Я приготовлю дракар для погребального костра. Епископ, пошли весть леди Ангхарад. Скажи, что ее мужа убил предатель. И что он, Ивар, заплатил за это. Как только смогу. А что король Келвульф? Не представляю, как ему горько. Он убит горем. И все же не забывает о Шире. Элдерманом здесь стану я. Посему я заявляю, что Широпшир будет твоим другом и союзником до конца моих дней. Благодарю, епископ. Храни тебя Бог, Эйвор. Куда бы ни вел твой путь. Вот они и не складушечки. Все как бы темные делишки делаются с какой-то выгоды.
Больше всего выгоды получил вот этот вот епископ. Он стал королем Широпшира. Убрал и Кёрбурта, и Олберга. И это все очень странно. До встречи, брат. Что это сделал не он? Пусть Вальгали тебя примет с почестями. Песен битвы Скальда. Мужа, что без кости конь морей, несет сквозь пламя в залы вечной славы. Будто ветер быстрый. К Одину в Вальгалу девы битвы мчатся спора с королем в объятиях. Ивар мертв. Союз с Широпширом заключен. Поговорю с Рандви. Книга о драконах. Завершена цепочка заданий Широпшире. Красивая была заставочка, кстати, если бы не субтитры. Ну, субтитры я, друзья, включаю для вас. Для тех, кто, может быть, смотрит без звука или не слышит. Бывают и такие, у кого плохо со слухом, все читают субтитры. Для этого и оставляется. Так, смотри, у нас открылось быстрое перемещение с пристани. Хорошо, а мы мучились. Вот, но у нас тут на самом деле много дел. Так, здесь Йомс, большой дом, торговля, игра в Орлинг. Давайте-ка. Что-то как-то мне грустно вся эта история. Давайте играем в Орлинг. Успокоим нервы. Можем, конечно, продуться, но... Это же Орлинг называется, если я правильно путаю. Если я неправильно путаю, да? Да, вот так вот бывает, когда говоришь одно, а думаешь совершенно о другом. Может получиться совсем третье, что улетает изо рта. Кто бросит вызов моим костям? А мы с тобой не играли? Нет, мы с ней не играли. Ну, давай. А, Орлок. Эту игру я отлично знаю. Иди сюда, давай сыграем. Не знаю, да, давай начнем. Сыграем. Не знаю, как. Какое отлично. Какое рвение. Итак. И Дуна, Тор и Уль. Нужен для меня Уль. Что у нас есть? Бальдар — это неуязвимость, мощь. Противник теряет. У нас есть Тор. 4 наносит 2. А, он теряет защиту. Так, дар Фрейра. Силу значения, которая после броска... Это слишком сложно. Давайте начинаем игру с теми, что у меня есть. Естественно, Орёл. Так, мы бросаем первое. Ладно. Так. Стараемся сделать все побыстрее. Так, никаких даров у нас нету. Ну, по крайней мере, пока недостаточно. Так, что, мы все остались при своем. А Эйвор, по-моему, тут что-то мутит. Видишь ты, у нее две украдашки. У нас тоже есть украдашка. Шаловливые ручки.
Итак, что у нас можно? Так, раз, два, три, четыре, пять. Украдашка на украдашку. Еще украдашка, это мы не считаем. Здесь было 5, 6, 7, 8, 9. 9. Вот так. Вообще ничего не берешь? Интересная эта тетка. Да уж, вот себе. Итак, ну что у нас? Ага, у нее аж три украдашки, поэтому это не считаем. Раз, два и третий кубик. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять. И одна. Шесть. Поэтому мы можем выбрать Тора на четыре. Она меня пробила. Она скопила достаточно много всяких этих вот штук. Ими еще не пользовалась. Посмотрим. Я имею в виду жетонов. Так, поехали. Вот так вот. Угу. Да, сейчас мы отхватим, потому что у нас только одна защита. Нет, смотри-ка, повезло. Так, а что у нас получится с... Так, украдашек у нее нету. У нас зато есть одна. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Мы опять берем Тора и опять берем на четыре. Ой-ой-ой-ой-ой. Охота Скади. Да, весело. Может быть, нам сыграть омоложение Идун? Да, восстановить здоровье. Интересно. Эйвор такая хорошая была. И что-то бросила. Так, слушай, а давай-ка мы сейчас сделаем вот так вот вообще. Все. Омоложение мы не сыграем. Но и украсть она у нас ничего не это самое, не украдет. У нас нету защиты. Эй. Победа почти моя. Да, сперла. Мне нужно 4 фишечки, чтобы нанести двойной урон. Пока подождем, посмотрим. Явно напрашивается эта лапка.
Ай, у нее лапка есть. О, ес. Итак, лапка на лапку не считается. Вот лапка на лапку. Так, раз, два, три, четыре, пять. И одна у нас есть. Шесть. Урон два. Она меня пробила. Все. Одной левой. Разбита на голову. Давай еще раз. Мне нужно отыграться. Не-не-не-не, столько времени у нас нет. Пока хватит с меня этих забав. Мы получили охота Скади. Интересно, эта самая фишечка, то есть, которая удваивает, я так понимаю, урон. Но посмотрим мы на нее уже, наверное, в следующий раз, когда будем играть. Запись в дневнике. В Кватворт прибыло много данов, и от них не оторвать глаз. Я даже подружилась с одним. Его зовут Стэнк. У него очень выразительные синие глаза, и вечерами он помогает мне носить поленья. И, в общем, мы уже, ну, это, да, того. Лобов, морков. Так, это тут стоит опять Йомс. Так, а мы с вами, знаете, что я хочу? Я хочу все-таки посмотреть, где у нас тут какая бронька. Вот здесь вот, в большом зале. Мы постоянно там были и... Что-то как-то до сих пор ничего не нашли. Кроме всего прочего, где-то здесь, по-моему, за мной что-то тоже есть. Может, и нету. Вот, давайте... Ух ты, что это сейчас было? Что это за йога тут сейчас была? Ай, как бы была печальная эта игра, если б не ее баги. Миллион раз мы тут ходили. Я все никак не могла найти, где... Или не здесь. Нет, не здесь. Не в длинном доме. В длинном доме. Вы что, издеваетесь? Теперь там карта. Я в длинном доме, но почему 42 метра? Там есть какие-то... Вот оно, в чем дело, Семен Семенович. Явно смотрим куда-то не туда. Надо смотреть вниз. Под ноги, под землю. Да? Ладно. Где там у нас был вход? По-моему, где-то с берега, да, какая-то пещера. Я же жму Е, чтоб ты отпустила и прыгнула на эту... Штуку, но нет. Что прыгнуть на этот помост? Ну да. Надо не Е нажимать, я все забываю. Ладно, туда мы прыгнем в следующий раз. Понятно, как это делается, только 17, 16, а это даже... Рвануло так рвануло. Дощечки разлетелись. Да блин, компот, да что ж так, там же не было огня. Сейчас
бы вас побрал. В смысле, в этом месте не было огня. Вот здесь вот. Ой, ладно. Поехали. Ну, сейчас от часу не легче. Паркур. Так. Вау. Нет, с факелом было вроде как лучше, да? Светлее, по крайней мере. Так, а что у нас еще тут есть? Есть вот у нас что-нибудь, кроме этого? Сундука. Как-то мне этот рок очень не нравится. Ну ладно. Плащ бригантина. Ну что ж, мы потихонечку собираем бригантиновский сет. Давайте-ка мы на него посмотрим. Плащ бригантина. А еще у нас есть, по-моему, шлем бригантина. Да, на шлем мы с вами смотрели. Так, плаща особо не видно. Ну вот он такой. Расстеганный. Интересно, интересно. Так, что у нас? Пустая ячейка. Дополнительное увеличение набора бригантина. Броня возрастает, если рядом с вами более двух врагов. Так. Урон в ближнем бою. Да, слушайте, в принципе, вот под наш стиль. Вот, набор берсерка. Скорость возрастает при получении урона и до исцеления. Атака и броня увеличены дополнительно. Тоже, кстати, неплохо. Так что пока носим нашего медведя. А там, как говорится, видно будет. Так, ну что ж, ладно, бригантинку нашли. Пошли обратно. Думала, что лодочка восстановилась. Нет, не восстановилась. Так, давай пока мы здесь в стороне смотреть. Вот здесь. Ну, это на дереве. Это понятно. В большом доме. И вот здесь вот. Все, вроде как. Больше я... не вижу. Тут у нас шепчет страничка. За ней гоняться я не буду. Вот. Если только, как говорится... случайно получится. Давай попробуем уже съедем еще раз с этой веревки. Попробуем забрать ящик, который лежит там наверху. Завидую я Эйвор силе ее пальцев и сухожилий, чтобы так карабкаться. Так, значит, не на Е, а на С, что ли, мы спрыгиваем. Да, на С. Окей. Так, куда дальше?
Надо обязательно вниз прыгать. Здесь никак нельзя. Это сейчас интересно сделала, Ивар. Это прям так даже очень мне интересно. Давай на крышу. Упс. Даже не убились. Интересно, конечно, смотрите, в принципе, делали разработчики мир, наполняли его какими-то, ну, такими, как бы, второстепенными, даже не второстепенными, а чисто лорными вещами, там, типа, кто-то там чем-то занимается, кто-то с кем-то разговаривает, но слишком, как по мне, просто слишком огромный мир, вот, огромный. Вот ты открываешь карту, понимаешь, что да, где-то вот есть какие-то события, ну, вот, например, вот это вот все. Пусто. Вот это вот все пусто. Вот все это пусто. Да, здесь можно погулять, красиво посмотреть. Но это все пусто. Вот. И это только маленькая часть. А такая карта вся. Считайте, что, наверное, треть из нее просто, ну, скажем так, красивые пейзажи. То не обязательно, что красивые. Просто пейзажи. Так, а нам? Собачка. Кто б сомневался, что так все простенько тут у нас будет. Здесь я заберусь. Вот здесь вроде как есть дырка. Нет. А как? А. Пардон, ребята, я вам тут немножко стенку разбила. Припасов у нас полно. Припасов у нас море. А вот нам не хватает для увеличения нашего селения. Там вторая. Припасы нужны, и нужно там еще что-то. Не помню, как это называется. Короче, еще один вид ящиков. Так, окей, все. У нас осталась тут последняя штука. Вот. И тот ингредиент, все чемоданы, все ящики, которые нам нужны, они добываются только на бегах на монастыре, которые мне уже изрядно надоели. Даже вообще не знаю, делать ли их на запись, потому что все такое однообразное. Идешь, всех бьешь. Кстати, Сюнин. Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Дай-ка посмотри, тут у нас нигде никаких опалов нету. Похоже, что нет. Вау. Ну, конечно же, надо что-то взрывать. Надо что-то взрывать. Эйвер, давай сразу берем сосуд и ищем, где что взорвать. Де-де, половка. По-моему, это не взорвать. Там
прямо заложено этих сокровищ. Так, вижу дырку. Интересно, это... Подождите. Оставьте пока. Тут у нас костерчик. Вон там дырка, да? Как нам ее сюда притащить, эту штуку? Загадочки с паркуром называется у нас эта штука. Так, подожди, а как я сюда попала? Сверху. Ивар, а ты можешь? Да. Да, да, это именно то, что я от тебя хотела. Очевидно, нам надо, да, отнести все обратно. Поставить это как-то так. А нифига, здесь никак не поставишь. Так, математика, как забраться наверх? А, поставить ее туда наверх? Может быть, да, на эту площадку? Вниз-то я спрыгнуть смогу. Давай попробуем. А здесь наверх тоже никак не поставишь. Да что за наваждение такое? Может, эти лестницы тоже все взорвутся к черту? Сомневаюсь, я, что они взорвутся. Было бы слишком просто. Но задача. Так, все прогорело. А, слушай, подожди, а может быть я где-то могу оттуда сверху спрыгнуть на вот эту вот, на вот эту вот штуку? А? Ну да, 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 вот она, разгадочка. Каждый раз прыгаем сверху. Так, тихо. Вот. Бабах. Так, теперь главное не соваться раньше времени. Так, все прогорело. Тут у нас еще бывает иногда невидимый огонь. Теоретически, наверное, да. Что же здесь такое таилось? Руда, кожа и ткань.
стандартный набор. Надо же, как они тут все заложили. Так, все, в этих краях у нас все закончено. Ой, еще отсюда надо суметь выйти. Давай-ка посмотрим. Да, аббатство. Тут у нас, кстати, почему так все плохо? 250 здесь у нас мощь. У нас такой мощи нету. Ну, навыки. Навыки. 250 нету и в помине. Сейчас будет у нас 194, по-моему, да? Мы тут где-то были. Шли к силе медвежьей. Вот здесь вот. Таран с разбегу. О, он сразу 2 очка. А, мы здоровье. Ага, ага. Вот, еще 2 уровня. Раз, два. И здесь, в принципе, можно заканчивать. С этой веточкой. Таран с разбегу. Это надо, опять же, ставить в умениях. Ну. А, нет, это не в умениях. Это мы уже приобрели. Так, давай-ка, Эйвор. Чем мы тут еще не занимались? Вот этим вот мы не занимались. Тут что-то есть и тут что-то есть. Давай-ка сюда. Не хочу я больше бегать. Заодно почитаем наши подсказочки. Посмотрим на Эйвор. В свете одиновских владений. 2 топора. Да, с топорами, может быть, тоже надо что-то подумать. Надо найти то, чем их улучшают. Да, легендарных. Они пока что у меня еще не до конца улучшены. Вот. Да, с топорами труднее, но, как я и говорю, мне просто нравится с 2 топорами, даже если я при этом мучаюсь. Что вот здесь? Угу. Наш египетский кораблик тут. Он стоит и писает в реку, в которой я купаюсь. А почему надо обязательно в реку? Почему не в куст, не в забор? Это вот, кстати, меня удивляет не только в играх. Сей феномен. Что если плюнуть, то мост, с моста. А если, пардон, нассать, то в реку. А, тут у нас свиток. Сага о Риге, страница 4. А, кстати, мы с вами читали. Может быть, потом мы почитаем все вместе с самого начала. Спустя 820 лет. А что так у нас как-то приближается? После жертвы спасителя Риг пришел в аббатство Уидби и нашел там меня, Брисси, мудреца, и моих братьев. В 820 году. Ух ты, как это давно было. Его люди убили много невинных, но Риг, войдя в наш скрипторий, неожиданно велел прекратить насилие. Я поднял книгу Гильды в надежде, что она защитит меня. Риг был очарован золотым убранством комнаты. Меня называют по-разному, но никогда убийцы тех, кто слаб и безоружен. Тех, кто создает такую красоту и хранит знания, нанесенные на кожу, сказал он нам. Он сделал меня своим треллом и пожелал поселиться недалеко от аббатства. Риг не посмел захватить его, потому что верил, что это навлечет на него беду. Это его особенно восхищали тексты, украшенные миниатюрами, и золотые чернила, которыми мы эти тексты выводили. Вместе со своими воинами Риг поселился на моей древней римской, на месте древней римской заставы и основал город Голденес, который позднее получил имя Голдборо. Пока Риг был рядом, я учил его искусству иллюминирования, которым он серьезно увлекся. Особую радость ему приносил вид золота. Он был готов на все, чтобы заполучить золотые чернила или изготовить их самостоятельно.
Рик даже захватил золотой рудник в Пиклинде, чтобы у него всегда было необходимое сырье. Он начал носить золотые кресты. Здесь Рига прозвали Ригом Обращенным. Он поклялся, что пойдет войной против любого, и Дана, и христианина, кто посмеет посягнуть на наше священное искусство. Вот так вот защищали искусство огнем и мечом. Так, это был артефакт. Сага о Риге. Кстати, я так пробежала, там ничего больше не было. Вроде ничего. А, подожди. Как же ничего? Это была сага, а тут у нас еще... Я спрашиваю себя, как мы это сделаем. Ну, я вижу только мешки. А сможем мы? Фиг вам. Ну, Эйвор так просто не делает. Так. Вот, делает. Не спрашивайте меня, как. Просто без движения наверх пробелом. Стоя пробелом. И шифтом. И шифтом. Так, окей, здесь мы тоже все забрали. Здесь у нас есть масочка и что-то еще есть здесь. Так, еще какие увеселения у нас тут есть? Ну, это питье, лошади, в смысле конюшня, магазин. В чем-то ничего такого особо интересного нету. Я так думаю, что масочка тоже вряд ли у нас лежит тут прямо. Так, а ты у нас тоже Йомс Викинг? Эй, замухрышка! Да тебя пальцем перешибешь! Не будь так уверен. Что тебе надо? Словом, достичь того, чего не добьешься кулаками. Что? Хочу победить во флютинге. Ах, это флютинг! Я думала, это маска, это флютинг. Ой, ладно, начнем поединок. Я готова к поединку. Давай маленькую ставку. Вот деньги. Начинай. Посмотрим, так ли ты хорош, как хвалишься. Я внушаю всем страх, и норвежцам, и саксам. А по-моему, ты трус, глупый хвостун и плакса. Плаха! Жалкая тварь! А, не старайся, меня тебе не напугать. Твою храбрость всегда я могу испытать. Как ты смеешь? Хватит лясы точить. Сдайся или дерись. Драки хочешь? Так просто за дело берись. Языком ты трепать умеешь. А как насчет подраться? Я хочу забрать свой выигрыш. Получай. Да. Так. Эйвор! Что-то как-то я с это... А, я не на то жала. Все. Хватит. Ты все доказала. Признаю, я поражен. Ты сильна и умом, и телом. Забирай свой выигрыш. Спасибо. Беру. Мы повысили себе харизму. Еще немножечко, у нас будет 4. Записка для кого-то из членов ордена. А ну-ка. Подождите-ка, давайте-ка заглянем. Я понимаю, что у нас время-время, но... записка для ордена. Здесь это все руны новые. Надо, кстати, ненужные руны. Ой, у нас рун прям, блин,
продать, ну, деньги тоже, в принципе, не нужны. Так, сага о Риге, страница 4, ключ от сундука в брюхе, брохе Уэсбери. Так, маски, ключ, сундук, голова боевого быка. Я просто давненько сюда не заглядывала. А где какая-то бумажка, которую мы тут сейчас забрали? Она тоже должна быть со знаком. Угу. Острый кинжал с бритским драконом на рукояти. Да, та самая вещь. Так, предложение короля Бургера. Бургреда. А ну-ка, давай почитаем. Той, кого зовут Тона. Должно быть, ты заметила, что в твой лагерь доставили немало серебра. Король Бургерт хочет, чтобы ты оказала ему небольшую услугу, стала его глазами и ушами Рептоне. А обрати особое внимание на Ледочи, старый замок. Если услышишь, так. Это мы, когда мы были в Мерсии. В принципе, это у нас уже пройденный этап. Так, военное послание. Военное послание. Так, 3, 2, 1. Это мы тоже вроде как были. Карл III. Ага, это мы с вами знаем. Уборка Тора. А где то, что мы сейчас взяли? А, вот, карта сокровищ. Ага. У нас куча карт сокровищ. Это вот, по-моему, мы уже нашли, да? По-моему, те, которые... Люнден. И Шрипшир. Ладно. Этим, может быть, мы займемся, но на самом деле... Честно говоря, мне неинтересно здесь искать эти вещи по картам сокровищ. Но, тем не менее, флюта с Уве со шрамом закончена. Что еще из развлечений есть в этих местах? Есть у нас тут какая-то штучка на озере. Тоже там есть какой-то клад. Пищ. Странно выглядит луна. Да, Эйвор такая кривоногая, коренастая, когда она так бежит в присядочку, ну, полусогнув ноги, то кажется, вообще ножки коротенькие. Но так зато быстрее. Ой. Обманочка, однако, или не обманочка? Обманочка. Обманули нас, Эйвор. Сказали, что мы здесь можем выбить дверь. А нет. А вот здесь можем. Нет, не можем, потому что там нам закрыто. И здесь тоже, да? Нет. Здесь все в порядке. Со стрелами у нас все в порядке. Все. Так, и что за послание? Записка земледельца. Все эти люди стремятся в Кватфорд. И зачем? У нас ведь простая деревня. Пришлых негде укрыть и приютить, нечем накормить, да и долго терпеть их народ не станет. Помоги нам, Господь. Да, вот что можно было сдвинуть, еще что-то. А зачем все эти ухищрения? Цапля, что ты тут делаешь? Клюв цапли мы достали. Так, ну что ж, цапля сама напросилась. Как она сюда попала, непонятно. Может, это была хорошая цапля? Может, это была домашняя цапля? А мы озверели окончательно. Эйвор, окончательно озверели. Так, значит, смотри. Окно открыли, одно отодвинули. Здесь дверь забаррикадирована. Короче, человек, который тут жил, подготовился. Хорошо. Но недостаточно хорошо. Вот, друзья. И напоследок, знаете, что мы с вами сделаем? Что мы с вами сделаем? Нет, сюда мы, наверное, пойдем уже потом. Но я хочу все-таки туда сходить.
Вот, а мы с вами напоследок все-таки вернемся сюда. В Широпшир. Фу, Широпшир. В Рейвенсторп. Вот. Посмотрим, как там дела. Расскажем Рандве. И наверняка никто не будет никто не будет рад тому, что Ивр нас покинул. А может быть, наоборот. Если даже его брат так довольно спокойно на это отреагировал. То есть главное, что он погиб как воин. Бесконечный бег простором Одина. Такой же бесконечный, как загрузки. Стоило только сказать. Эй, товарищ майор, вы меня слышите? Вон наши пошли. Египтяне, блин. Надо будет переделать корабль, не нравится. Мне эта египетская тема вообще никак. Вообще просто. Вернуть ему нормальный вид. Вот, пойдем к Рандве. Наконец-то наш дом. Наше поселение. О, наша замечательная жаровня. И вечно торчащая над картой Рандве. Рада встрече. Не знаю, будешь ли ты так рада сейчас. Мы союзники с Широпширом, но обошлось это дорого. Юный Кёлберт мертв. Я уже знаю. Столь трагическая смерть, и ради чего? Надеюсь, ты отплатила убийцам. Правосудие свершилось. Кёлберта не забудут. Мы недолго были знакомы, но знакомство было приятным. Точно. Я думала, что будут еще какие-то подробности. Доступна новая территория, с которой можно заключить союз. Да. У нас осталось не так много территорий, с которых у нас не заключен союз. Вон стоят три ворона белых. Я так думаю, что это как раз наш случай. Вот, друзья. Ну, а я, собственно говоря, наверное, с вами попрощаюсь, глядя на карту Англии. Увидимся с вами в следующей серии. Всего вам хорошего и пока.